Так, что тут у нас? Я смотрел видео Сончика про Рули Фанатек. Значит, я с этим брендом знаком очень давно, кто не знает, супер топовый производитель рулей. Хочу, значит, перейти на них на их сайт, потому что он вот тут закладки добавлен. Он, ребята, просто перестал включаться. Вот. Не получилось, сейчас мы сделаем еще. Смотрите. Вот. Тут он включается, но здесь вообще перестало все работать. Это не работает. Это не работает. Нельзя вообще ничего сделать, только доступна главная страница. Почему? А я сам не знаю. Свой аккаунт можно войти? Нет, нельзя. Ничего абсолютно здесь не работает. Без понятия, что случилось с этим сайтом. Но кто знает, напишите в комментариях. Только что, только сегодня я обнаружил вот эту фигню. Вчера я заходил на этот сайт. Сайт смотрел цены на эти рули. Все прекрасно работало. Но сейчас он просто... Я хрен знает, что с ним случилось.